Так, ребят, ну, в общем, всем привет. Ждем по чуть-чуть начала Старлайна. Вот. Очень скоро он начнется. Обещал я его постримить, вот и стримлю, собственно говоря. Так, сейчас, ребят, тут все запилю. А, все, вроде работает все. Сетка в описании есть. Ну что, ребят, начинается движуха. Каз против Хеллрейзера. У нас первый матч сегодня. Далее Хеллрейзер против... А нет. Каз против Хеллрейзера, да. Далее Энигма против Кренделя. Вот. И, соответственно, лузера первые. Потом Венера. Так, ну что, можно пару слов сказать о происходящем? Вот. Так, ребят.
В общем-то, группа Ах. Видите, Castle Racer Ring Макриндель. Группа Б, Strange Spell Singer, Funny Zerk, Averse. Группа С, Friend, Лулу, Браток, Милки Кау. Группа Д, Skills, Burning, Easy, King, Cobra. Группа Е, Матвей, Checkmate, Ghost, Hell, Димага. Группа F, Милка, Крит, Култи, Фоллинджер. В общем, получается сколько? 6 групп, то есть 12 человек пройдут финальную стадию. 4 прошлого турнира топ-4, как бы получается, ждут их уже в решающей стадии. Вот такие вот дела. Ну, а мы ждем начала. Так, Мэджику надо написать. Так, где револьвер и Блай? Револьвер не играет. Я не знаю, не играет он или забанили его там еще давно за 3-2-2 старое. Я даже не знаю там, где там что. Так, все нормально. Юра уже создал. Женя, в общем. Ну что, ребят, первый матч начался. Сегодня, погодите, дайте-ка я гляну, то что происходит у нас, и что у нас происходит. Так, Underdogs сегодня еще будет. Не, ну Underdogs я, наверное, не буду рестримить завтра в 7 утра, все-таки GSL, вот. Так что тут такое дело. Так, секундочку, ребят, прокси-факта, смотрите.
Улучшение командного центра завершено. Так, ребят. Все, ребят, перелетает, смотри. О, чизерок, чизерок. Ты не низок, не высок. Смотрите, здесь плотная стенка, то есть Протос абсолютно уверен, что его ничем тиран не напрягет. И сейчас очень сильно Хеллрейзер удивится, когда к нему Минка придет. Ну, очень сильно удивится, грубо говоря. Громковато сказано, понятное дело, он не удивится, он встречался 100% с такими билдами подобными, но другой момент в том, что что же сделает здесь Оракул, непонятно, здесь-то уже 5 мариков будет к этому моменту, а Минка вот она вкапывает, смотрите. Минус пробка, раз, Минка перекапывается дальше туда, в минеральную линию. Скоро будет вторая Минка, фаржу заказывает сейчас. У нас Хеллрейзер. А дома, смотрите, Оракула 5 мариков встретит. А ведь 5 мариков убивают Оракула. Оракул не может их уже вылепить. 4 марика Оракул может убить, но никак не 5. Так, одну Минку на вторую базу не мешало бы перекопать кассу. Что он сейчас и делает. Вот, Оракул в итоге ничего не сделал. Я бы сказал, что для Протоса это... просто катастрофическая ситуация, то, что сейчас происходит, потому что, ну, ему нечего здесь делать будет. Сейчас сифатонку еще касс-циклодом этим отменит, так вообще все будет круто. Фотонку отменяй, кассик, ё-моё. Фотоночку отменяй, что ж творишь, касс? Да фотонку отменяй, да что же касс делает, лепилон, я не знаю, ну что он творит-то, блин? Мазеркор можно захватить, спокойно было. Гей пишет, Хеллрейзер, понимая, что у него невероятное большое отставание сейчас. Действительно, какой-то гэм. Получилось для Протоса. Вот. Здорово, Смайл. Здорово всем, пацаны. Вот, нас уже почти сотик человек. Ну что ж, не очень хорошее начало для Хеллрейзера такое. Откроем, братва. Да, фотонку-то он видел, как смог ее 1000 раз убить, но там и без фотонки все нормально, в общем-то, было.
Ну что, ребят, вторая игра Каз против Хеллрейзера. Энигма с Кренделем уже на хосте ждут нас. Вот. Посмотрим, сможет ли Хеллрейзер собраться и одолеть Каса сейчас. Вообще, Хеллрейзер в последнее время очень неплохие. Именно уровень показывал, то есть и результаты у него были. Вот, другой вопрос, что Мишаня на опыте, конечно, и с Мишаней тяжело всегда. Вот, тем более с СНГ он как бы... У него плюс дэмэдж по СНГ игрокам получается. Вот. Ну а здесь что? Здесь у нас кибернетчика сейчас будет запилена. И поехал Хеллрейзер опять проксю ставить какую-то, я смотрю, да? Да, прям за камнями причем, что самое интересное. То есть, почему именно здесь, я не знаю. Почему не с этой стороны здесь бы можно... Ну он не собирается, просто я думал, что может барак будет, может пушить будет дальше. Здесь, ага, здесь не Липер ЦЦшка, здесь Марик ЦЦшечка. Реактор факта будет в перспективе. Марик уже начинает разведывательную деятельность. Касть видит, что пилона нет, ничего нет. Куда Марик двигается? Марик просто сюда двигается. Чё КСМ-ка? КСМ-ка здесь, можно запилить инженерку, и Протос забудет про вторую базу вообще, как бы, на долгие годы. Может быть, даже в Улын пойдет тогда, ну... Касть не строит инженерку, факту запилил там. Ведь инженерка могла бы зарешать. Так, Старгейт, Адепт, Вар. И сейчас Нексус будет. Ну, Каз запиливает в итоге инженерку, но КСМ-ку потерять. Можно было заранее ее поставить, блин, и не терять КСМ-ку просто. По этому поводу нелепому. Оракул сейчас будет. Брод, если б мог, он, конечно же, бы... Уже Инджи заказал Нексус, потом пилон вообще. Все, наконец-то инженерку выбил. Денис. Лепит Денис. Опять что там? Ну что, миночка, меня ранили не у касса. Есть инженерка, есть. Ну, Хеллрейзер прилетел. Ну, одного КСМчика забрал на второй. На мейне минка есть, то есть можно на вторую туретку запилить. Сейчас эти инженерка... Да, инженерка-то уже готова. А касса туретку на мейне, что самое главное, запиливает. А, ну Марики на второй будет. На мейне будет туретка плюс минка получается. И этого достаточно вполне будет. И на второй туретка. И на второй туретка, причем, смотрите, Хеллрейзер даже после вот этой инженерки, как я и предполагал, что Протс может пойти в улын. Протс идет в улын. Причем здесь именно адепты, что самое интересное, и оракулы масс, то есть без грелочки вообще. Адепт зашел и ушел, сейчас еще будет варп один, так, 50, 55, все, на 2 адепта, все, лимит, это я чуть не понял, в чем прикол. Так, оракулы врываются, ё-мо, адепты как криво телепортнулись, вообще кривейшим образом. Оракулы все выжили бы, если бы адепты нормально телепортнулись. Ну и так, здесь что-то все плохо у касса. 55-37 по лимиту, бункер пробивает Хеллрейзер. Зря не выключил разогрев этим оракулам, то ну, энергии нету больше. Лучше бы грелку одну хоть строил. Грелка бы и викингов убила бы. В итоге циклон адепта одного выпиливает, Марик первый выходит и уходит сразу же. В небытие, как говорится. Еще 4 адептика приперлись. Так. Ну, все плохо. Так, секундочку. Здесь.
среди теней. Телепортация завершена. Так, все, я здесь. Так, попытка выпилить минку. Тут у касса танчик готов. Депошечку пытается вычинить касс. Депошечка очень ценная. Это на 16 лимита. Ну и смотрите, пока я отходил на секунду буквально, касс почти что отбился здесь. А если касс отбился, то это все. Так, куда либератор-то полетел кассовский? Ё-моё, касс прямо через здание Hellraiser летит вперед сейчас куда-то. Там второй Nexus. Две пробки минус, ну слишком откровенно касс вперед летел, то есть, ну две пробки это не так уж много, в общем-то. Прогнал здесь оракула. ЦЦ-шечка сейчас перелетит, надо реактор строить, выходить медиваки просто сейчас кассу и... Так, лаба на бараке на втором, стимпаками никакими и не пахнет здесь даже поэтому. Вот. Hellraiser делает рыв. Масса оракулы, плюс адепты. Касса все в куче. Бункера не было, готово еще пока. Не успевает закрыть депохи, викинги все падают. Адепты заходят на мейн, они с глефами. Это 1-1, ребята. Вот так вот. Кончается все здесь. Ну что, ждем хвост от Мэджика. Honor Grounds, арена чести получается у нас третья карта.
Так, короче, что-то Мэджик. Здорово, Акерич. Мэджик что-то докопался до задержки. Но ФП кто как хочет, так и стримит. Хочешь с задержкой, хочешь без задержки, как бы, ну. Это не важно. Лично мое мнение, как бы, но. Так, короче, Hellraiser готов. Так, ладно, не парьтесь, ребята, 1-1 Кас Hellraiser. Вот, я не знаю, что мальчик, как бы не знаю, мне, например, все равно, с задержкой Кас стримит или без задержки, он стримит ФП, у него видно только его, как бы, действия, а стримерам видно действия обоих игроков. То есть, как бы, если Кас, получается, не боится за себя, это его дело, как бы. А... Ведь Hellraiser, если задержку убрать стримером, тоже могут, может спалить Кас. И Hellraiser скажет, блин, Кас типа палит меня, там, как бы, хоть я и сам, хоть и сам без задержки стримит, например, как бы. То есть об этом надо просить.
Ну что, в этот раз решил без прокси старгейтов играть Hellblazer. Просто гейт газ Нексус кибернетчика в адепта, получается. Нексус готов. Касса Рипер вперед летит, но его есть уже чем встретить. И, кстати, вот прямо здесь и встречает Hellraiser, там, где именно Рипер запрыгнул. Сейчас вот, кстати, мог Рипер стрельнуть, если бы он адепт вот сюда идеально в Hellraiser на краешек подошел и оклик на местность дал, то, возможно, адепт бы достал бы даже. Будет палить свой стрим. Не, просто Hellraiser будет палить стрим Касса и одновременно права качать, что Касс палит его, если я и Magic будем стримить без задержки, будет, например. Нет, стрим 90 секунд. Задержка стандартная. Старгейт. Здесь пошел, Касс прилетел и Старгейт спалил. Так, Вестерги... Опа. Какой-то Special Tactics против Тирана, смотрите. Второй Старгейт. То есть я такое редко видел, на самом деле. Когда просто два Старгейта играют с Тираном. То есть это какая-то воздушная, в общем-то, тактика. Неужели масса Оракула против Тирана, по-моему, более бредовый, ну... Нет темы, да? Может, иногда это и будет работать, но... Как по мне, так не часто будет работать. Так, залетает два медивак. Здесь две минки сидят. Самое интересное, что адепты даже одну минку не успевают выбить. В итоге минус 5 пробок. Я не знаю, почему Касс не в адепт стрелил. Можно было в адепту даже пульнуть. Все равно дэмэдж бы получил. Ревелейшн кидается. Ну, вторую минку выбивай, Hellraiser. Че ты стоишь? Выбивает и вторую минку. Цех вторая у Касса вовсю добывается. Минка здесь есть одна закопанная, получается. Медивак прилетает. Здесь прямо под Оракулом медивак летит. Касс пытается сбрить Оракула дропом мариков, но только дэмэдж наносит ему. Походу, ты последняя одежда СНГ. Возможно, так и есть, как бы. Мы ждем у тебя победы на Близконе в этом году. Так, ну оракулы... Так, ну посмотрим, как это работает. Так-то оракулов уже очень много здесь у Hellraiser. Просто понимаете, в чем вся загвоздка-то? Минус оракул. Два рабочих отрубил. Загвоздка заключается вся в том, что оракулами убить будет тяжело тирана. То есть какой-то момент, до какого-то момента можно драться, но как убивать его? Два Старгейта Масс Феникса с одной базы. Два Старгейта с одной базы прикормить будет очень тяжело, я тебе скажу. Особенно если делать грейды, а без грейдов это смысла мало имеет, как бы все дело. Плюс оракулов, ну посмотрите, вот сейчас врубил дэмэдж, выпилил касса, получается, дроп. А сбить-то нечем, вот Фениксы нужны сейчас, чтобы сбивать. Куда-то улетает Hellraiser, вместо того, чтобы перехватить дроп, зря улетел, почему-то. Третий Нексус добывает, Феникса Оракула, не, ну Феникса Оракула это уж куда не шло, то есть Фениксы выпиливают воздух, а Оракулы землю, например, как бы. Но сейчас Касс просто посидит немножечко, заранее тут турет, например, подстроит,
на второе везде туреток подстроят побольше. И тогда вообще будет тяжело просто драться. Особенно если Кас много-много мариков сделает. Кас именно мариков сейчас и начинает строить. С цех и второй перелетает. Надо туретки там сразу запилить. Здесь потомки пошли. Ну, то есть это... А, это много стазисных ловушек еще будет 100%. Как бы, то есть оракулов ко много. Я вообще по всей карте пилил бы. Просто Кас идет, то есть и постоянно задерживается. Так, сил магии фотон, еще четвертый нету, собираюсь ставить. Привет, Дмитрий Медведев, привет всем, пацаны, пару сотен у нас человек уже. Да, стазисных ловушек можешь поставить просто выше крыши, конечно, вот при таком билде. Оракул бабах, здорово, а вас очередной, в общем, потеря не на стороне просто в этой игре, но потерял-то он 3 оракула, 1 из пробок. Но продолжается строительство оракулов уже 16 штук, ничего себе, сейчас их будет 19. Ну, интересно, мне даже интересно, как билд работает, может, я абсолютно не прав, и на самом деле там все просто сверх круто. Тут куда хэлл... Ну, 3 медивака дроп можно было принять. Сейчас Хеллрейзер улетел. Здесь тоже выход идет, как вы видите. Хеллрейзер решил сыграть в размен какой-то, да? Ну, вы видите, как оракулы рабочих убивают. Это просто жесть. Только здесь надо не по зданиям бить, ё-моё. Хеллрейзер, что ж ты делаешь? Бей в туретку. Бьет туретку, 30 рабочих минус. Кас забежал весь замороженный. Вот в чем прикол оракула, да. В том, что все юниты заморожены просто наглухо вообще. Оракулы в это время пытаются выпилить всех рабочих. 10 рабочих у Каса остается. Ну и оракулов энергии зато не осталось. Продолжается здесь движение вперед. Матеркур выпилен в итоге. Еще стазисные ловушечки взрываются. Минусуют много юнитов. Здесь Феникс и Оракулы прилетают, здесь возвращаются. Смотрите, работает тема-то эта. Тут Кас, мне кажется, был невнимателен. Надо было сканить, просто чтобы убивать стазис этот и все. Так, здесь Ораклы вернулись просто и нормально все становится у Хеллрейзера. Кас пытается вот там на мейн полететь, что ли, да. Мариков-то много, смотрите, они оракулов выпиливали сейчас до определенного момента, правда, они оракулов выпиливали. Кас пытается развести именно на тот, на... чтобы энергия кончилась у ораклов. Но у него пока получалось даже. Четвертый Нексус ставится. 7 КСМ-ок, это все, что у Каса осталось. Тут цехи 4, я смотрю. Ну и много-много мариков у него есть. Ну, а чем ближе бы был к Тиран 200, тем тяжелее было бы просто что-то сделать. Но стазиса столько, что нужно постоянно сканы кидать, либо Рейвена строить. А если Рейвен будет переделить эти Фениксы, грейды сделать, так вообще будет все замечательно. Ну, единственное, что я бы, несмотря на то, что оракулов, атака, например, на них не влияет, на оракулов, я бы все равно грейды им делал бы. Броню хотя бы. Ну и Фениксам атака не помешала бы здесь, безусловно. 161-85, кажется, это 1-1, ребятки. Кас вот приближается сюда. Хеллрейзер отобьется легко достаточно. Как-то легко Хеллрейзер дал убить себе Нексус просто третий. Ну и что, убей, подними минки, блин, фениксами, оракулами, напади на это все, не знаю, что там.
тянет Hellraiser, сейчас уже и Revelation кончится. Так, уходит Кас, пытается уйти, по крайней мере. Феникс и Минк поднимают, Hellraiser нападает на Мариков. Выпиливает все в мясо просто здесь. Так, Марик еще. А че Hellraiser боится-то? Там три Марика буквально ходят, и Hellraiser что-то боится. Телепортнулся назад. 83 касса. Главное, что он уже 28 рабов отстроил. То есть много рабочих. Главное, что у него грейды 2-2, а здесь по нулям. Касс ведь еще и выиграть может при таком раскладе. Понимаете, у него 2-2 грейды. А 2-2 это сильные грейды против нулевых этих юнитов. Если Кас сейчас эту армию не отдаст и соединится с приростом со своим, то уже попробуй там дальше пошатать. Просто надо отойти на мейн, поставить туреток, как бы четвертую там защитить. Ну, блин, против такого количества оракулов, конечно, реально много турет на 23 оракула, 27 сейчас будет. То есть там туреток надо по 5-6 штук ставить, по 5-10 даже штук ставить. Ну, марики 3-2 сейчас будут. А это уже совсем не шутка. Так, ну, флитбикон шел. Опять стазиса немножечко, в кавычках, Hellraiser напиливает. Вот. Здесь прилетает Оракул, пытается куда-то ревеленчик кинуть. Куда он кинет? Кинул, да, на Мариков. Спокойно, с ним флитбикон для чего? Карреры будут, темписты или что-то еще, видимо. Так, здесь минка была, минку взорвала, заморозила. У Касса уже 47 рабочих. У Касса уже 3-2 грейды. У Касса уже, посмотрите, ЦЦ-ха дальняя готова. Кассу к медиваков побольше немножечко. Было бы вообще замечательно. Касс делает выход, но тут везде стазис, везде. Зря, кстати, Hellraiser пренебрегает стазисом в центре. Ветеран вот когда так идет, он не ждет вообще никаких стазисов в центре. А здесь один бы был... Просто бах, и все взорвалось. Ну, Кас умного, может, его выводит сейчас Марика одного вперед. И там стазис сработает дома один. Кассу не надо бояться, не надо стесняться, нужно заходить просто. С другой стороны стазис тоже есть. Кас-то прекрасный. Надо просто... Так... Стимится Касса, ведь там тоже стазис есть дальше. А где природа Касса, я еще не пойму. Марики пилон выпиливают. Прирост-то гигантский ведь есть здесь. 166-196 по лимиту. Прилетают первые карреры с одной атакой. Что они могут сделать? Там мухи просто в секунду будут сейчас падать все. Идет вперед Hellraiser. Кас зачем-то катит под оракулов сейчас, не пойму зачем. Ё-моё, как минки больно сделали, это просто жесть вообще. Ну, Hellraiser разобрал Касса, но... Вот Кас тупил сейчас, ему прирост бы привести сюда, и 200 лимитными юнитами, 200 лимитной армии просто вперед идти, и все. Сейчас Hellraiser карреров настроит, Кассу будет не пробить уже землей, когда их станет 6 там и более штук. Пока 2-3 мариками реально можно разобрать там все. Ну, у Касса сколько бараков вообще? Давайте посмотрим. У него 7 бараков. А сколько? Раз, так, реактор, раз. 2 лабы, блин. 3 лабы, 1 без реактора, 4 барака вообще. И здесь без пристроек, блин. Тут продакшена Кассу больше надо. Он какие-то, какие дропы, блин. Здесь надо скопить 200 и убить, все. Тем более, если Касс сканил и видел грейды какие у Hellraiser. Дроп, я не знаю, ну смысл, какой смысл дропаться против оракулов, у которых скорость 5,6. Они, ну, они одни из самых быстрых юнитов в игре, как мутка просто. То есть моментально они сюда прилетят сейчас и без потерь, тем более, как бы, когда армия разделена, они без потерь выпилят там все.
Тройной дроп каст делает, разгружается один медивак, пожалуйста. Сейчас, наконец, все начали разгружаться. Наконец-то каст выпиливает здесь пилончики. Неплохо Минка сейчас прилепила, да, дэмэджа? Просто если посчитать, там по сплэш прошел, вот, вообще по всем видно по картинке, что полей у них нету. Только у одного поля есть оракула здесь. То есть по двадцатке оракулов прилетело. То есть было бы две мины, вообще бы жесть бы была. Кас еще медиваком вперед летит. То есть у него 200 фактически. Здесь у нас мазершип. Кайреров много. Причем они рядом с дальней базой. Не знаю, что Кас боится-то ему вперед-то выйти всеми. Залетает Кас, видит, что фотонки только-только строятся. Только на стазис не дропайся, ну Кас, ну что ж ты делаешь, что дропается прямо рядом со стазисом, прилетают карреры, аннигилируют Hellraiser. Этот дроп, тут уже ГГ можно писать понемножечку, потому что это уже будет не убить. Так, Тора, а еще какие версии будут? Батлкрузера, Либераторов. Здесь все, что угодно мог Кас сделать. Можно Либераторов с атакой было сделать, сплэшем выпилить Оракула Феникса. Поначалу, сейчас ты уже карреров не выпилишь. Можно было Мариками задавить, только надо было 200. Вот идти вперед и убить, сканить, видеть, где там этот, где там стазисные ловушки и все. Неплохо Марики интерсепторов, конечно, сбивают. Но этого недостаточно. Нужно и викингов больше. А медиваков-то при этом всем нету Каса. Так, Марики дерутся пока с мухами. Оракул... Вот если бы сейчас не было интерсепторов, эти Марики, такое количество оракул, сбрили бы подчистую вообще с 3-2 грейдами. Но, как вы поняли, интерсепторы замечательно затанчили и... Ничего не остается, кроме как ГГ Касу написать. Это 2-1 Hellraiser, Кас в лузерах будет продолжать бой. А Hellraiser ждет победителя Крендели Энигмы. Так, сейчас я прыгну, посмотрю, что там.
Так, секундочку. Так, все, Энигма против Кренделя наконец-то начинается. Поехали. Так, ребят, ну здесь от Кренделя фотонки, я смотрю в чат просто. Причем Энигма, зная, что Крендель играет подобной темой сейчас, смотрите, он реально просто делает гейт подальше с мазер... с этим, не с мазеркором, с кибернеточкой. Так, Энигма пилит фотонки, что-то Крендель кривовато фотонит, по-моему, сейчас я смотрю так. Надо вывести пробок побольше. А, зелок сейчас будет же. Что тут пробок-то выводить? Сейчас будет зелок, и Энигма отбился здесь. Это 1-0 в пользу Энигмы, скорее всего, будет сейчас. Снизу фотонка, конечно, будет. На рабочих увести просто снизу. Что делает-то сейчас? Не понял. То есть Энигма давайте сейчас еще сольет так глупо. Нет, Энигма не должен слить так глупо. Это реально будет глупо, если он просто... Блин, он снизу фотонку не убил, это же жесть. Он уже отбился, а снизу фотонку не добил. А ведь три фотонки не сможет мазеркор заминусовать, скорее-то всего. Уверчаш ставь, Крендель, куда ты... Ой, куда ты бьешь, Энигма, ёма. Мазеркором помогай, сам... Так, Крендель фотонку сейчас на опробок вводить. Сейчас надо все вообще выводить сюда, вперед, иначе беда. Да, это беда, это ГГшечка, потому что фотонка достает до Нексуса. Ну, я не знаю, может сейчас два сталкера строят фотонку, рано или поздно Энигма выбьет, но здесь строятся новые. Какой же бред вообще? Уже, считай, победил, но вот эту фотонку, ну, зелками бил, которая только заказана, а которая уже достраивалась, в итоге Энигма не выбил. Мазеркор новый вылетает, толку уже нету, здесь не втянет пилон с этим уверчажем ничего. ГГ, блин, ничего себе. Ждем вторую карту.
Ну что, поехали. Крендель, в принципе, может и второй раз легко достаточно сейчас в фотонке сыграть. На Белшире, причем можно тоже, можно вот отсюда фотонить, можно отсюда со второй фотонить. Конечно, тяжелее уже на этой карте будет это делать. Сейчас посмотрим, что Крендель собирается делать. Он первой пробкой сразу же едет вперед. Да, это фотомен, фотомен. Что пробка-то стала? А вот пилончик заказан, отлично. Че он не поехал Старгейт прокси ставить? Ну так и что в итоге он со Старгейта бы сделал? Смотрел бы на него на прокси Старгейт. Пару дней назад, да, Крендель меня зафотонил. Ну тут уже все нормально было, тут ждал как бы Энигму уже этого всего и все равно не смог отбиться. Вот газ, то есть я-то просто, ну вот, я ставил гейт, допустим, если бы на этой карте вот здесь стандартно абсолютно как бы, а Энигму уже заранее готовится. Теперь если буду играть с Кренделем и знать, понятно, что я буду уже здание заранее ставить так, чтобы стараться отбиваться. Вторая пробка приезжает сюда. Энигма пытается запалить. Пилончик, фотончик снизу есть. Заказан зелок. Ну, первую сверху из фотонку эту отменить, пока та не готова. Можно выиграть немножечко времени, чтобы Мазершип там хоть что-то сделал, да? Здесь фотонка готова, надо пробки вводить. Еще один заказывается фотонку. Здесь Энигма должен уже отбиться, по идее. То есть сейчас Мазершип просто и все. Здесь можно контрпилоны поставить. И Мазершип, ё-моё, бустани же ты. Блин, вот реально проблематично, понимаете? Когда фотонки 4 строятся, они хп с такой скоростью набирают, что оверчаш уже может не успеть, когда у них половина жизни-то. Зелок готов. Ну вот одну выпилил. Вторую точно выпилит. Зелок сагрился на фотонку на лоу-граунде. Здесь пилон есть. Сейчас оверчаш кончится, и мазеркуровского дэмэджа может и не хватить на самом деле на то, чтобы выпилить фотонки все. Смотрите, у Кренделя сколько минералов много. Мазеркур отдался. Че себе Крендель какой-то напористый фотонер, короче, я бы так это назвал, как по-другому еще назвать. 6 фотонок делается, и их уже не выпилить, ребят, это 2-0. Сейчас мы будем Энигму против Касса смотреть, похоже, матч лузеров, а потом уже Кренделя против Хеллрейзера. Напористый фотончик, реально, Крендель. По-другому и не скажешь. Все, пилон минус, до свидания, пилон ГГ пишет Энигма. 2-0 просто, вот такая вот у нас тема. Веселая. Так. Так, а где каста? И Хеллрейзер. И Хеллрейзер играет.
Так, ну что, все почеркали. Арена чести, Проксима и Ньюкирк. Карта у нас. Касс Энигма, матч лузеров, матч минеров, Хеллрейзер, Крендель будет. Интересно, как Крендель будет с Хеллрейзером играть. Готов ли Хеллрейзер к этому? Тому, что делал только что Крендель. Так, погнали. Ну что, Касс Энигма, конечно же, фаворит очевиден. И это Мишаня. Энигма ставит два газа. Я подозреваю, что он хочет нечто подобное тому, что делал Хеллрейзер делать здесь. То есть какие-то прокси-старгиты, скорее всего. Но на этой карте, понимаете ли, надо по центру их делать, она гигантская. Так, пильну рекламу, ребята, вы не забывайте отлоки отключать, подписываться на премиум и поддерживайте, естественно, меня и мой канал. По реквизитам в описании, либо через плеер. Продолжаем смотреть, в общем-то, движуху. Челленджер. Так, ссылка на челленджер есть в описании канала. Последняя группа 1 апреля будет, соответственно, сыграна челленджера. Ну и уже в апреле пройдет, соответственно, основной турнир Старвайна. Ну, хорошо, что надолго он растянут, как бы. Интереснее, игр больше. Пока по призовому фонду инфы нет, и вообще на Good Game турнир это не запилен. Я не знаю, что там с призовыми вообще у нас будет, как бы. То есть нужна будет тупо поддержка, как бы, по-другому никак. И да, посмотрите, что делает Энигма. Вот вы видите, что он делает. Так, видите, какой респы он разведал? Он только один респ разведал. Он понимает, что здесь нету кассы, и нужно ставить ближе к левой части карты, потому что сюда и сюда ближе лететь отсюда, чем вот отсюда, например. Ну, все логично делает Энигма. Касса нашел сейчас. Я бы на его месте далеко и не улетал. Рипер здесь рядом находится, летает. Пробку он может в кусты сюда поставить. Пусть здесь стоит. Кстати, здесь хорошее место такое. Касс по центру летает, то есть Старгейт найти. Не так-то просто его найти, Старгейт, я вам скажу. Два пилона заказаны. Фактурка еще не готова. Мазеркор пока со своей гигантской скоростью 2.62 гигантской в кавычках, естественно, летит сюда. Пройдет время, просто нереальное количество. Здесь два пилона, гранатки по обоим пилонам могут попадать. Но, ребята, у них теперь время перезарядки 14 секунд, а не 7. 14 же, да? Да, все правильно. Циклончик. Погодите, какая минка.
вообще-то костюшку это делает. Зая сейчас потеряет из-за этого Ря. Вот он, если бы циклон заказал сейчас касс, он бы вообще бы здесь потерь мог не иметь зданий фактически. Марик, бедняга. Ну, неужели они его не научили в бараке на какую сторону выходить? Так, Оракул залетает на вторую. Оракул летит на мейн. Энигма боится врываться. Все, реактор упал, циклончик строится. Ну, касс отобьется здесь нормально все. Так, грелочка. Это по моим стопам, походу, Энигмыч играет, и многие с кассом. Ну, конечно, с кассом тяжело. Я помню, он случайно чуть с грелкой меня выпилил на ГУФСК, но там, конечно, мой косяк был, надо было добить адептами, но я не смог этого сделать, поминком загулялся. Так, ну есть уверчардж, что на пилоне? Мазеркор давайте сейчас отдадим просто на бункере. Нет, не отдадим, говорит Энигма все-таки. Прилети назад, ты ему грелкой можно запилить, тут и барак, и все-все-все вообще. Опять по грелке захват делает. Пилон обязательно нужно защитить, чтобы он выжил. Энергия скоро будет на еще один уверчаж. Срочно, ка, выставляй, Энигма, уверчаж срочно выставляет. Сбивает при этом все. Так, Кас пытается уйти одним циклоном. Вторым циклоном на грелку нападает. Куда ты в газ-то, ой, этот, в Старпорт? Выманил Кас на минку, бедную грелку. Вот тут грелка минус. Здесь вторая стоит и даже вперед она не собирается лететь. Оракул на разогреве. На бункере! Оракул выжил. Старпорт доделался, викинг номер один заказан, у Оракула энергии не осталось. Здесь приходит грелка, и адепт до эпохи надо выпиливать. Все, что можно, нужно сейчас, все, что увидит Энигма, нужно выпиливать кассу. Долго он соображает очень, вторая грелка подлетает, сталк еще приходит. При таком пуше обязательно нужно выводить еще одну пробку и пилон ближе ставить здесь, потому что если ближе вар будет, то будет значительно проще. Так, барак можно выпилить сейчас, и нужно его выпиливать. Кас понимает, что выпили, сейчас ему барак уводит. Сталкеров Энигма не приводит, просто на муви пройди вперед, вот сюда вот зайди, и все нормально будет. Хотя Энигма, возможно, и собирается это сделать. Так, разогрев по циклону, разогрев по викингу. Викинг падает, сталкеры заходят внутрь. ГГ пишет Кас, Энигма 1-0. Мы еще сенсацию сегодня в группе А хотим, типа, увидеть. Ну да, мы всегда хотим сенсации, но Энигме придется постараться, чтобы она стала реальностью. Но если касс вылетит, то я тогда этого не ожидал, ребятки. И навряд ли кто-то вообще этого ожидал. Может, кто-то ожидал, конечно. Так, жмем подтверждалку и прыгаем в игру. Так, Энигма секунду попросил.
И ник матером попался. Бывает. Ну, ждем хост, короче. ТВТ, ТВТ. Пишет Мэджик, ничего страшного, зайдем заново. Это уже третий у нас получается матч, то есть как бы два сыграно уже. Остается у нас винерский матч Крендель против Хеллрейзера и Энигма против... точнее, победитель Энигмы Касса против проигравшего Кренделя Хеллрейзера. И ведь Энигма сейчас убил ческом Касса. Если какой-то у него есть спешл тактик, заготовочка на чист, которую может Касса пробрить. Касса может выбить он со Старлайна сейчас просто. Ну что, ребята, Энигма ставит гейтосик и пошел вперед пробочкой. На разведку он пробкой идет или нет? Я не знаю, если честно. Может быть, он хочет где-то запилить. То же самое, что запил. Кстати, на этой карте вообще домейна лететь. Смотрите, ой, просто бах и полетел. Привет, ИВРУС. Ну, газа 2, по крайней мере, у Энигмы и... Неохотно их, правда, он добывает как-то сейчас. А, ну это Нексус, короче говоря. Здорово, Артём Степанов, здорово всем. Здесь у нас Барик Реактор попёр. Ну а здесь барак Кибернетичка Нексус достраивается. Не участвую в конкурсе стримеров, потому что не участвую в конкурсе стримеров. Не хочу участвовать в конкурсе с никаком. Во-первых, во-вторых, взял партнерку с предыдущего. Так что можете поддерживать меня смело. Комиссии нет, практически все до меня доходит сейчас. Что меня радует, конечно, ну, на марафоне понятно, что поддерживали бы охотнее, но, тем не менее, много всяких дел и никакого желания нет залипать в эти марафоны все, если честно мне. Так, извиняюсь, стол пошатал. Минка за газом закопана сейчас. Очень у кассы хитро прямо-таки. Адептик прилетает, Энигма к рампе. Все в порядке здесь около рампы.
Строится Оракул, бустится рабочий активно очень. Строится робо на рампе. Гейт все один, варп почти уже готов. Касса передроп, минка Мариков, судя по всему, выдали. Просто две минки, а Марики будут на мэне, я пока не пойму. Да, скорее всего, просто минки, а Марики будут на мэне оставаться. Потому что Steam, и потом уже выход будет. Ну, вот очень важно, что минки смогут сделать. Смогут ли они вообще что-нибудь сделать там. Ишь, какой дальше переход будет от Энигмы. Ему бы в какой-нибудь робо бэй колоссов перейти. Газа, ты посмотри, сколько много. Можно в колоссов перейти. Можно просто Тёма. Та люди не поймут, с кем здороваюсь. А так предельно ясно. Что-то 6 КСМ, и Энигма выпилил сейчас. Но Минки пропускает прыв сейчас на вторую базу. Ой-ой-ой, Энигма вообще не контролит здесь. Ну, вот столько же, сколько уже сам убил. Ему минусуют КАС. И полетел отдаваться, в общем-то, Оракулом через все. Здесь одна минка осталась медевать, как вы видите. Приходят сталкеры плюс обсервер, надо убить минку. Энигма не контролит, что-то не убивает. Верчаш мимо кассы выставляется. Ни там, ни сям не убил вообще минку. Ну что ты делаешь? Ну... 5 пробок, до свидания. Ну как так можно... Ай, вот что он сейчас контролил, Энигма? Оракул просрал, так здесь-то за контроль хоть нормально. Печаль. Так, Илюх, не надо спамить. Пару раз за стрим кинул их, а, ну и хватит. В начале и в конце. Кто, кому надо, тот увидит, я думаю. Тут и прям вирусным распространением каким-то занялся. Грелка не нашел. Сейчас медивак у нас Энигма. А он на второй базе. Строится колосса. 43-41 парабан. Каз делает выход с двумя танчиками, между прочим. Ну, грелки плюс колоссы, кстати, могут подрешать. Еще плюс один на грелок сделать бы Энигме. Вообще замечательно было. Выход видит прекрасно. А каз контролит... Акас контролит минкой то, что проц не спускается и дальше не выходит Сентес. Он может спокойно сюда подойти и взять просто в блокаду проца, в глухую. Правда, на этой карте можно выбить вот эти камни, обойти сюда. Кстати, и вот эти потом выбить, и вообще пройти сбоку, как бы, но это уже совсем другая история. Вот, пришел Кас к Энигме под вторую базу. Колоссом рейнджа еще нету и не бустится. Причем робу можно с лоу-граунда выбить, а это уже очень плохо. Гейтов всего 3 штуки, это мало. Но зато грелочки строятся. Ну, грелки без грейдов особых там. Так, ну робо терять ни в коем случае. Энигме, конечно, нельзя. Прикрывает костанки свои. Очень внимателен. Минус робо. Это очень печально. По грелку полетели. Танк дальний выпиливать. Каст попуснул все-таки робо. Да. Вторая грелка вылетела. Ну а толку-то чего? Ну, толк есть, прогнал Энигма касса, но роба нет, сейчас два сразу запи... Да нет, это печаль полная. На самом деле, я думаю, тут имело смысл бы сейчас три гейта запилить, прокс-пилон поставить и идти с двумя... А где второй колосс-то, кстати? Был же два, не? А, нет, второй не вышел же колосс, точно. Да, Энигма третий Нексус ставит. Нет, это тоже вариант, в принципе, как бы третий Нексус, два... Два старгейта, где второй-то? Я что-то второй не вижу. А вот он второй прямо здесь, я что-то ослепший какой-то. То есть это чисто грелка кол... То есть гейты здесь просто, там, с энтрей подварпить для Гвардиан Шилда, да пару сталкеров. Основная ударная сила это колосса грелки будут сейчас у Энигмы. Причем уже... Что, три грелки, один колосс, у касса выход идет. Если Марика будет недостаточно, то тяжко будет. Мазеркор есть, Мазеркор зачем-то... А, ну он между мейном и второй, а дроп-то на мейн идет. Если бы он здесь висел на мейне сейчас, то три уверчажа и все. Энигма здесь отбился, легко бы вообще. Главное, есть грелки. Ну вот поставьте себе одну грелку вот здесь, вот в воздухе, чтобы висело в космосе в этом. И все. Каз никак сюда, ничего, тут никаких кридема же ничего не нанесет вообще. Так, приходит Энигмыч, минка копается, по грелкам делает бабанчик сейчас или не делает. А нет, ничего она не делает.
Но зато на третий Нексус Кас приходит и делает бабанчик там сами. Неужели Энигма Нексус сейчас отдаст так дешево? Так, по пробочке залп. Возможно, отдаст, да. Не, ну тут надо вперед идти. Тут надо вперед идти, как мне кажется. И хотя, блин, ресурсов нету. То есть Нексус надо восстанавливать хоть как. Ну, Кас сейчас перемасит хлам. То есть Энигма теряет уже все тайминги. Он теряет нить игры. То есть вроде как микс его делается, но ему тяжело. Сейчас этот микс должен либо таймингом давить, либо он должен нарастать немедленнее, чем тирановский лимит. Как бы. Тогда шансы есть хорошие. Вот Энигма понимает, что третий Нексус-то восстанавливается, но в это время добыча-то просела просто нереально. И он предпочитает вперед пойти. Ну, нужно обсервера вывести сейчас вперед, Энигмыч, куда ты летишь по грелкам, бах. Грелки без полей, грелки опечалились здесь очень сильно. Идет дальше Энигма. Здесь Минку успевает выбить, здесь есть туретка. Есть Гвардиан Шилд, конечно, но сами понимаете, тут как тяжело уже пробрить. Ну, я бы, может, еще одну игру подобным стилем бы на месте Энигмы сыграл. Сейчас вот он проиграет, у него еще шанс-то есть здесь, ну... Хотя нет, шансов здесь уже нет. У колоссов нечем прикрыть. То есть это грелки. Прикрытие колоссов были грелки. Рок-Комор, привет. И друзьям твоим, и тебе. Вот, завтра у нас будет что? Завтра у нас будет в 7 утра... GSL, во-первых, полуфинал, так-то. Вот, такое нужно смотреть. Но я не знаю, как там ты и твои друзья. А после GSL у нас будет что? Я не знаю, что у нас будет после GSL. А, будет ASL Team Battle в час дня по первому старику. И в 3 часа дня будет Shoutcraft Kings. Такой интересный ивент. Там топовые пары, топовый StarCraft. Обязательно его надо постримить, как бы. Вот, также там вечером 2 на 2 турнир, но я хз, что там будет. Также есть еще и Ladder Heroes, где Strange ни в чем Blast Low играет. Но это все пересекается, как бы, и, ну, там хз, что получится из этого всего дела. Так что завтра будет что посмотреть. Здорово, Кидос. Может быть, запись, да, запилю. GSL после GSL до часа дня, если оно быстро кончится, как бы, что, ну... Может, FP поиграю, не знаю пока даже. Хэппи Тос, в 7 утра ГСЛ, ты чем слушаешь-то? 1-1, Касс Энигма, пацаны. Третья решающая, Ньюкирк, окраина Ньюкирк. Карта у нас, поехали. Барак газ. Кас играет. Это даже не газ, барак.
То есть цеха будет ранее очень. Ну, после рипера и орбиталки, естественно, стандарт. Скидывайте всем деньги на поддержку Айриса мне на Киа, передам его, но это еще не точно. Да уж мне скидывайте, я как бы, ну, положу их в банк и Аверсу с процентами отдам через некоторое время. Ему прибавка к пенсии будет, а ну. Ну, пока денег нет, но вы там держитесь, ребят, как бы все нормально. Удачи, здоровья, счастья там и так далее. Так, ну что же, что Энигма заготовил на решающей карте, но здесь найти просто достаточно, поэтому Кас пораньше идет в разведку, чтобы понять, что же здесь происходит. Так, барак, реактор, ЦЦХ ставится, у Каса делается мазеркор. Так, Твайлайт у Энигмы. Очень ранний Твайлайт с Тираном. Это подозрительно. Возможно, это какой-то... Какой-то пуш с глефами, что ли. Мазеркор летит вперед. Ну, здесь Старпорт факта. Передроп минок, ну, очень опасно. А, нет, это... Ну да, это и передроп минок, и выход в био в перспективе получается. Так, две КСМ-очки выпилил Мазеркором, сейчас Энигма. А не, смотрите, Блинк Робо, стандарт вообще здесь оказывается у Энигма. Ничего себе, он решил, что он супер крутой пацан, и ведь адептом он три КСМ-ки выбил, между прочим. Я не знаю, супер ли крутой Энигма пацан, но пока у него все нормально, что будет дальше, это вопрос. Так, самое интересное, что это не минок дроп, это мариков 8 штук дроп, а мариком и Энигма целиком и полностью вообще дропу готов. Особенно если медивак получит на оверчаже какой-то дэмэдж, что тут вообще в легкую просто отобьется у нас Энигма. Кас залетает, смотрите, медивак просто. Прилетает марики, реагирует же ты, Энигма, что ж ты творишь-то, медивак надо выпиливать. Да ёп. Медивак почти выпилил Энигму, Кас улетает, опасаясь, что его собьют сейчас. Плюс еще сталкер, три пробочки минуснулось, ну парабам, плюс. Блин, вот в таких ситуациях нужно хладнокровие, но вот он улетает, и у него 7 хп на один выстрел. То есть ближнего сталкера к медиваку надо было тыкнуть в него, Кас стоял на месте, он не улетал там некоторое время, и все бы нормально было бы. Мазершип, не мазершип. Призма делается, заказан. Сталкер уже на блинке. У Каса дома нету танчиков. Вот сейчас только факта будет. Я вот единственное не понимаю. Энигма. Так, буст не переставил с этих зданий. Гейтов как 3 было, так 3 и осталось. То есть, как бы, уже должен Нексус ставиться. Если ты играешь такой под пуш именно со сталкерами, то нужно, как бы, выходить в Нексус. Чтобы был смысл вообще. Так, со второго медивака минки полет. Чтобы был смысл, и экономика все закреплялось. То есть, а смысл иначе здесь ходить, ничего не сделать. Понятно, что в лоб уже не пробить, как бы. Это не улын, это не 7 гейтов. Так, две минки прилетели, залп, раз-два. Пробок 7 минус. Пожалуйста. Уже у Энигмы все плохо резко стало. Ну, буквально
пару действий касса и все. Тут три барака работают, два на лабах уже. Да. Ну тут на опыте чисто касс, на опыте supply блока. Посмотрите, supply блок в целую депоху даже больше вынужден кинуть экстра supply. Правильно, экстра supply в таких ситуациях нужно кидать, потому что, ну, иначе лимит не будет. Так, здесь Robo Bay, Chaos Strange, Nexus'а как не было, так и нет. Здесь странное вообще. Происходит очень странные вещи. Вот, блин. Вот Enigma еще идет агрессивно. В это время адепты на мейне, что толку? Они без глеб же. Да, они без глеб. Резонирующих грейда. Так, у КСМ-ки Enigma неплохо выпиливает, стоит отметить. Колосс первый заказан. Ну, заходи наверх адептами. Стал с бункером дерется. Ну, Enigma, ну что ты творишь-то? Призма минус, бункер уничтожен. 80-83, парабам, Enigma даже проседает сейчас. Мазеркор приходит, кас носит. Ну, конечно же, уверчаш Enigma не успел поставить. Конечно же, от блинк всеми сталкерами. Но это называется, как на ровном месте слить на кассу на опыте просто. Здесь адепт каст принимает. Короче, печаль какая-то происходит в этой игре. И каст-то не безошибочно играет, а Enigma очень много наошибался. И теперь ему выиграть будет очень тяжело в итоге. Так, 5 гейтов. .14.96 по лимиту. Ну, касс в плюсе. Сейчас касс уже по всем параметрам в плюсе. Две базы. Тирану с Процессом играть всегда комфортно. Другой вопрос, что есть Глеф и есть Блинк, и есть колодцы с рейнджом. И может быть какой-то единственный выход. Вот сейчас касс пойдет, отдастся. Третий цех-то у него позднее. И если сейчас Enigma сможет касса, например, пробрить как-то и от дропа дэмэдж не получить, и контратаку убьет его, например, попробую с тремя колоссами стрэнджом, это можно попытаться сделать, то может что-то и получится хорошо. Вот, пожалуйста, 10 лимита касса уже меньше, это звоночек, я бы сказал, такой для касса. Здесь у нас колоссы, три штучки спускаются. Нужно ли в минки сейчас заходить Enigma? Нет, ответ отрицательный. Конечно, не нужно в минки заходить сюда. Нужно привести обсервер, выбить минки просто без потерь, естественно. Обсервер только на мейне. Сейчас эту призму будет готова. Но, опять же, саплай головного мозга здесь какой-то. Саплай блок. Два пилона пошло. Вот так, призма летит вперед. Куда она полетела-то? Давайте призмой в 2017-м вперед всех юнитов будем лететь. Ее тебе фокусят, и игра провалена вообще. Когда ты в улан, тем более, идешь последним... Выходом последней надежды, что называется. .135, .132, ребята. У касса 0 викингов сейчас на данный момент. А, нет, ру, каких 0? 8 уже, я вообще проморгал, как он 7. Продакшн был. Пошла атака, ребят. Викинги выпиливают колоссов. Недостаточно дэмэджа, судя по всему, этих колоссов, чтобы пробить. Enigma отступает сумбурно очень всеми юнитами. Иллюзиями адептов вообще не пользуются, как будто их и не существует. Садятся викинги, и касс выпили. Ой, викинги по сталкерам идеально еще с бонусом заходят.
Это 2-1 в пользу Касса. ГГЛ Next пишет Энигма, ведь был же шанс. Ну что, Hellraiser против Вот я считаю, вообще нужно было Энигме здесь не на муви заходить, а адептами врываться туда, стараться в это био. А сталкерами, они, то есть, адепты там не мешали контролю. То есть, в чем суть? Они ворвались в туамарик и мародеров, начали бы их прессовать там, ну и био их, соответственно, тоже. А колоссы бы остались со сталкерами, видна бы была бы хорошая позиция викингов, и никто не мешал бы сталкерам. То есть можно было бы, блин, кануться всеми и райт-кликом викингов начать тыкать, как бы. И если получилось бы их выпилить, то, возможно, вся эта атака успешной бы была бы. Так, горный, хорош уже флудить. Ты-то куда попёр? Ладно, амнистию делаем. Пока, может быть. Может быть, разум возобладает, ребят. Ну а вам, как обычно, просьба от Локи отключать, подписывать на премиум и поддерживайте меня и мой канал. По реквизитам описания через плеер чуть побери. Черт побери. Думал, что придется донатить, но вообще-то как бы мы не выписываем из больницы за донат. У нас тут на стриме такого нету. Гейт, смотрите, у Hellraiser. Че себе он мейн вообще заблочил. И че он думает, это не зафотонить нельзя, но можно фотонку снизу поставить, соответственно. А Крендель вообще здесь обманывает всех. Так, я вот выбрал бы я Джессику Альбу или на ночь, или автограф от револьвера. Но вообще мне не нужна Джессика Альба на ночь, как бы, но
она выбрала автограф от револьвера. В общем, так что тут, братан, только Кинг-Конг с его большими яйцами, как Шура Каретный говорил, может исправить ситуацию. Ну, никак не я. Так, ну что же, фотонок-то мы не увидели здесь от Кренделя. Он решил, что одолеет Хеллрейзера и без фотонок. А здесь Зелок сейчас раскрошит пробку. Но не доконтролил мышка Хеллрейзера, а мог убить. Так, Дзилкату, смотрю, Крендель поймал. Адептика строит. Дзилката будет выпиливать Крендель, не понимаю, или нет? Здесь адепт пришходит и от, получается, Хеллрейзера. Кстати, два адепта Кренделя сейчас встречают адепт Хеллрейзера. Ему больно очень они делают. Даже на мэн не телепортнулся в итоге. Феникс первый у Кренделька готов. Но Феникса одного недостаточно, чтобы быстро Мазеркор выпилить. Ну, Крендель показывает микро и даже отводит демедженных пробок. Ну, не всех, правда. 3-4 потеряно в итоге. Мазеркор ТП-шечку домой делает. В это время Хеллрейзер пилона там убивает Кренделю. И на третьей базе даже пилон есть. Здесь адепт выпилит. Почему я без продакшена вообще? Вот почему я без продакшена. А здесь, потому что он не поставлен. Так. Архивы темпларчиков. Поднимает адептов. Крендель пока какая-то странная игра, признаться честно, идет. И Крендель держится-то на самом деле молодцом здесь даже. У Хеллрейзера есть пилончик там на дальнее направление. Здесь есть Даркшайн, но у Кренделя есть Опс. Хеллрейзер, кстати, понял, что ли это, или... Да, он робо видел, да, он даже не стал Дарков делать. Ну, все правильно. Смотрю в чатик и вижу. Цирк, бля, уехал, как говорится. Но чатик остался наш сегодняшний. Ну да ладно. Есть два гейта, вторая грелочка и робо. Ну, грелка и мортлы плюс два гейта можно даже и пушнуть как-нибудь. Кренделю будет Хеллрейзера попытаться. Но здесь уже сталкера с блинком и отсутствует роботикс вообще целиком и полностью. Фениксов три штучки есть, зарегенить полями, поподнимать еще можно.
Так, с Феникса летают, харасят. Хеллрейзер приходит сейчас к Венделю, начинает пилоны стал прямо убивать, этот пилон сломает. Точно уже. И Мортлом выманил поляйте, которые дэмэдж впитывают. Но они закулдаунятся через там 40 секунд. 20 уже осталось, там 30 с чем-то у них секунд сейчас КД. Еще 3 сталкера вперед идут. Грелочек подстраивает сейчас к Венделю. Еще больше, кстати, пилон-то жив был. Но сейчас вот он падает, этот пилон. Так, Горный, ты лучше мне 50к присылай, я хоть плазму на стенку повешу, а за такое зрелище жалкое, блин, просто. Тот, кто его увидит, скажет, что это за петушиные бои, блин, пора Good Game закрывать. Властные люди, скажем так. Непонятно пока, что тут Крендель собирается делать, вот мне лично. Потому что у Хеллрейзера 3 Старгейта и Фениксов масс. А ведь о Феникс и Грелок контрят вообще нафиг. Но, знаете, в чем прикол? Если по земле голые сталкеры, если будут у Хеллрейзера, Крендель их имморталами вообще расплющат всех. Там, может быть, грелки с Гвардианом даже смогут и пободаться с Фениксами. Но если их будет больше, то есть хотя бы по 2 на грелку, то уже тяжеловато будет. Две фотонки на третьем Нексусе, но сейчас Фениксы минуснут рабочих очень много с этого третьего Нексуса. Крендель выдвигается вперед. 7 пробок, как не бывало просто. И так, Фениксы поперли, ничего себе. Ну вот грелка Феникса уже другой немножечко расклад. Крендель еще третий Старгейт добавляет. Такая полуармада грелка Фениксовая какая-то странная у Кренделя. Здесь идет Хеллрейзер, четвертый Нексус уже делает. Хеллрейзер делает флитбикон, и Фениксов все больше и больше он делает. Хеллрейзер разводит Кренделя на Фениксов. Минус от этого микса в чем? Фениксы грел быстрее, прилетают Фениксы, агрят. Здесь всех юнитов Феникс за грелок вылетает и меньшим количеством, ну, дерутся с большим, размениваются криво получается. Здесь на третьем миксе Крендель все-таки закрепился. Тристер Гейта работает, делается броня, но здесь-то делается, посмотрите, Фениксом рейндж делается здесь, и это говорит о том, что
Это говорит о том, что будет тяжело очень с ними. Сейчас, возможно, просто если Кренделю убьет Hellraiser воздух, то это ГГ будет. Здесь Даркшайн, а что толку от него? Вот два гита всего. Надо гитов добавить, так, чтобы штучки 4-6, вот, чтобы было бы. И... Архончиков добавить микс. Ну вот, на ранже разводит просто Кренделя Hellraiser, это ГГ, ребят. Да поднимать надо просто все внизу и все. Дарки вперед пошли, толку от этого никакого нет. И морклы там камни что-то пробивают кренделевские. Там везде фотонки есть, и это говорит о том, что сопротивление, в общем-то, бесполезно. Дарки не зайдут просто-напросто, и все очень-очень печально. Пришли дарки, здесь фотонки, ничего не сделать уже. Не знаю, что Крендель еще хочет сделать, это ГГ. Так, минутку, Hellraiser просит. Ну, может быть, мы фотоночки все-таки увидим в этой-то игре.
Так, все, все готовы, ребят, поехали. Смотрю, в чате вроде подуспокоилось все немножечко. Ну что, пацаны, вторая игра. В этот раз Крендель что-то монстрит здесь. Думает, что же ему заказать. И заказывает в итоге гейт просто, потому что Hellraiser блочит полностью здесь вверх. Подъем наверх получается. Два газа ставится. Едет пилон Крендель там. Пилон пилить. Пилон пилить законом не запрещено. Так, пилон, гейт, кибернетончик. Тут неплохо пробку пилон напилила. Убить не убьет, конечно, потому что адепт скоро выйдет уже. За 17 секунд точно. Но до соточки хп доведет здесь. Даже поменьше останется. И пробку пытается сейчас свалить. Адепт полетит вперед, да. Так, вот Hellraiser пошел, как будто знает, где пробка. Но он предполагает, где она может быть. Пошел, проверил, и что? И ничего не нашел. Здесь тоже адепт. Пробочку минус. Ну, Нексус есть, здесь Нексус более поздний. И Феникса строят. Зачем прок с пилон кренили здесь? Я чуть не понял. Так, что-то я забыл счет проставить, ребят. Но это не Старгейт, как вы видите. Адепт на вторую зашел, пробку минуснул. Привет, White Toxic, позже увидишь, либо в чатике спрашивают, там тебе подскажут. Ну, две пробки заминусал. Старгейт на мэне. Это фейк Старгейт, естественно. Оракул летит вперед, есть у Hellraiser и Оракул один. Надо гейт-то запилить вообще. Нет, тут что-то совсем Hellraiser Кренделя бедного зажарил. Это слишком гигантский дэмэдж, слишком много рабочих уничтожено, я бы сказал.
Не, ну тут это никуда не годится, ребят. 17 пробок, один оракул убивает. Ну куда это? Куда ты топишь-то? Кренделёк, ну ты чего? 17 пробок это перебор, но... Я не знаю, может вот эти пацаны сейчас зарешают, но другой вопрос... По юнитам, что... А, оракула нету, кстати. Ну тут нет, не зарешает. Вот что здесь... Минус 0 адепта Феникса. Все, есть Даркшайн у Кренделя. Сколько гейтов у него? 2 гейта, да? Один Дарк Варпица, второй Дарк Варпица. Второй попозже первого немножечко. Первый вперед побежал, второй только через 3 секунды выдвинется, получается. Да, пошел второй. Ну, роба готова. Да, сейчас опс будет. И, к сожалению, здесь легко достаточно... Отобьется у нас Hellraiser. Дополнительный стенку еще пилит. Дарк выжил, о, прикол. Все там краем Вижена вообще заметил это все. Дарков выпиливает, Hellraiser полетит вперед сейчас. Да, думаю, что должен лететь. ДГ пишет, Крендель, Крендель против Каста, ребятки. Сейчас Decider у нас матч. Что там Мишаня у нас делает? Так, все, пацаны черкают, значит, скоро все начнется. Отлично. Ну что же, Hellraiser с первого места вышел, сейчас определится, кто выйдет со второго, то есть Hellraiser уже точно участник решающей стадии, вот, нашего турнира.
Так, ну что, первую карту ждем, пацаны. И Baby Magic Евгений запилит нам Хостевич. Так, пошел инвайт, отлично. Крысачок рычит тут. Хотите крысака, вам покажу. Вот такой вот Чарлик у нас. Крысачел. И ладно. Просто понюхал сегодня. Чувствую, от Чарлика рыбой шманит. Думал, на улице вывалился. Оказывается, это мама ему какой-то кусман бутерброда там с икрой ментая дала. Он, Чарлик, вместо того, чтобы его есть, просто вывалился. Днем, а собаки любят в рыбёхе во всякой тухлятинке поваляться. В мертвых там котах. Если где найдут. У них это вызывает кайф какой-то. Не знаю, в чем прикол. Этого всего можно загуглить. Я помню, раньше читал, но сейчас что-то уже не помню. Наши КСМ атакованы. Ну что, ребят, давайте смотреть игру. Я что тут хренотню какую-то занимаюсь. Крендель, смотрите, в Макрицо играет. С Кассом, здорово, Кайтем, здорово всем. Пилончиком тут обманывает. Типа, что фотонит, а сам не фотонит. Не укусит, конечно. Но если долго напрягать, больно делать, может и цапнуть маленько предупредительно. Просто никогда не нравится так делает. Например, косонный. То есть косонный вообще лучше не трогать. Он сразу начинает так. Ну или когда обижаешь его. Так, и что у нас по времени? 9 часов, ребят. Ну, в 2-2,5 часа укладываемся группу эту. Быстро какая-то группа у нас получается. Ну, процессы, ПВП, фотонки, как бы, и вот поэтому так быстро и получается. ЦЦ-шечка вторая у касса. Делается минка, делается два еще марика. Старпорта, кстати, нет у него. Играет без разведки вообще, геликом разведывает первым. Едет не в правильном направлении сейчас. Ведь 5.95 у гелика скорость. Феникс и меч, по-моему, чем 5.95. Или такая же примерно. Так.
Так. Плюсуйте вон клипак щаликом запилили. Вы как клипаки скидываете, плюсуйте сразу. Просите, чтобы плюсовали. Чарликом-то. С крысачком Чарликом можно и заплюсовать. Так, приезжает один гелик разведывательный и ничего не убивает. Вот. Три гейта. Опа, Dark Shrine есть. Сакас видел? Стикас мог подумать, что это пилон вообще. Не, это инженер Куделый, все видел. Кас, здесь есть пилон, ну, уже не пробить дарками, там ничего. И глефы заказаны у Кренделя. Можно проулынить было бы с глефами как-то. Минка, медивак с двумя минками летит ко второй базе. Роба заказана. Не самая ранняя, минки понапрягают некоторое время, но минки лучше сплетануть и на мейн, и на вторую дропнуть. Кстати, странно, что Кас вообще, ну, в рампе-то понятно, туретка, а здесь... Так, минку пропустил, как одна бахнула. И как вторая минка бахнула, я увидел. 7 рабочих суммарно минус. И пока опс выйдет, они еще точно один раз выстрелят. Дарк идет вперед. А на рампе нет, как, ну, ничего. Вот депоха, жирную пили. Вот, молодец, Крендель. Крендель шарит, что надо жирную пилить. Ну, КСМ-ки вычинит. Недостаточно дэмэджа от одного всего дарка. Сейчас будет скан, дарк будет уничтожен, собственно говоря, и... А, скан не будет, будет Рейвен. Зачем сканы тратить, Кас решил. Все правильно сделал. Еще 5 пробок минус сейчас. 34-30 по пробкам, 59-41 по общему лимиту. Нет, здесь уже не вытащить, на самом деле, я думаю, Кренделю. Когда просто так плохо начинает, тем более против Тирана хорошего уровня, говорят, у Каса ММР 6400. 9 плюсиков, пацаны, надо еще плюса на этой ссылочке, которую в чате вы видите. 33-908. Который... Так, Минков та второй еще раз выстрелить умудрилась. И Кас летит медиваками сейчас дропом. Есть у него Steam, кстати? Нет, Стима нет. Просто это 8 медивак. Есть адепты с Глефом, между прочим. Так, Мазеркор летит в лапы сейчас Мариком. Ё-мо, с полной энергией Мазеркор. Кас бревает сейчас. Это такая печаль вообще для Кренделька сейчас, что... Вообще жесть, на самом деле. Адепты с Глефами. Кас видит, улетает. 49-74 по лимиту. Ну... Пока здесь битва совсем неравных игроков идет, к сожалению, в первом матче. И так, у Кас танки строятся. Один застрял. А, здесь не выйти. Здесь не выйти, потому что на минералину добыть какую-то, а танк выйдет. Сколько здесь ресурсов осталось? 30. Ну все, сейчас танк выйдет, потому что здесь минералина, вот это кончится через несколько секунд. Все, теперь можно выехать, даже вывозить не надо. Прилетает Либератор. И здесь нет пилонов на второй, чтобы отбить его. Уводит Крендель пробки. Кстати, если бы стрельнул вот в эту пробку, Либератор убил бы, скорее всего, ее. Так, сталкер выходит из ренжа Либерка. И прогоняет два сталкера Либератора, в общем. Танчика забирает, перевозит. Сейчас пойдет выход. Танки можно было бы и медивак взять вообще. Нет, к сожалению, улына, блин, горками адептами нет. А я бы посмотрел. Выход очень серьезно идет. Стимпак, щиты и плюс один. Правда, не как у корейцев, все по линеечке одновременно, а в разный тайминг. Дарк на ксилнаге будет уничтожен. Крендель что-то даже и не видит вообще выхода. Через несколько секунд, я думаю, Крендель ГГ уже напишет. Здесь нечего ловить ему просто. Так, автотурель есть. Либератор стреляет, больно делает. Минус эморфу в итоге. Танчики громят пилон. Тимпака еще нету. Через 15 секунд он будет готов. Щиты тоже примерно, ну, чуть побольше, чем через 15 будут. И, так, танки-марики приходят. Адептики врываются. Ну, покрошил, хорошо так покрошил. Здесь Кас Кренделя, но убить не смог полностью. Крендель ставит третий Нексус. У Каса тут
просто нереально, как эта армия стоит, но он почему-то ее не выводит вперед. Здесь можно разгрузиться и нужными деваками. Нужно добивать уже идти, не знаю, что как ждет. Видно же, что у Протоса ничего не было практически. Здесь либераторы, все, надо весь взять прирост и выйти. Приходит Дарк на Силнагу, как вовремя пришел. Марики с мародерами говорят, здорово, братан, ты как раз вовремя, на тебе, с автомата по туловищу из фугасных снарядов. Как раз на раздачу пришел, когда мы вернулись из боя. Только поесть хотели, а тут ты пришел поесть стимпака. Идет, КАЗ дожимать 140 на 95 пулемету, стимится. Здесь только адепт в центре остались, танк на Ксилнаге засижился. Залп жесткий по центрям проходит. Нужно перебираться дальше сейчас. Ну это последняя атака, теперь у Кренделя не хватит сил даже чудом каким-то отбиться. Это очевидно становится уже. Танк подъезжает ближе, адепт кто там назад телепортируется, да, зачем они туда телепортируются, непонятно, ГГ пишет Крендель. Ну, хотя там что телепортироваться, что ГГ писать, можно было давным-давно. Так, я что-то не понял, мне на Твиче люди пишут, а у меня в двойных чатах ничего не отражается. На Ликвипедии написано, что группа Б будет 2019, там ошибка, группу Б перенесли просто. А, на самом деле, дайте-ка я сейчас напишу, сейчас вроде должно отображаться. Да, все нормально. А я и не видел, просто что люди пишут. Все отлично, черлица заплюсовали. У КАСа 6200, но может быть и так. Я не знаю, кто-то говорил про 6400. Я вот лично не уверен ни в каких цифрах, ребят. Пилю рекламу. Помните, что просьба большая отключать адлоки. Конечно же, подписывайтесь на премиум и поддерживайте меня. Мой канал по реквизитам в описании и через плеер. У нас вторая игра КАС против Кренделя. В первой игре Крендель затянул и не смог втащить. Фотонил бы, может, получилось бы на самом деле. Бля. Привет, вы BNZQ. Привет всем.
Может, пробка что-то мешает немножечко КСМ-ке. Ну, тут цех оставится спокойно, абсолютно кассом. Рипер строится. Зря пробка тут так долго тусуется. Рипер ее может нагнать. Касс не стал сзади ехать. А ведь мог догнать. Все, рипер вперед попер. Пробочка ныкается. Вот она где ныкается. У Кренделя второй Nexus. У Кренделя кибернетка. У Кренделя второй газ начал качать. Залетает рипер, видит ЦЦ-ху прекрасно, касс. Врывается на мейн. Медленная реакция, можно рипером было. Можно, мне кажется, рипера было убить оверчажем сейчас спокойно. Кренделю, но он этого не смог сделать в итоге. Ну, пробку за это придется потерять. Хотя, нет, смотрите, касс что-то не доконтролил. Ну, иллюзию надо пустить. Что-то непонятное, Кренделе. Мазеркор летит вперед. А что он летит? Вот, пробку подводи сюда, ставь просто пилон и все. Крендель не смог синхронизироваться, теперь уже бесполезно это делать, я имею в виду пилон ставить. Рипер убил пробку и, кажется, вторую он убьет сейчас. Да, две пробки минус делает. Ну и кассу контраливает, рипер улетает, здесь Твайлайт. Вот он Мазеркор прилетел, чё Крендель хотел. Надо заранее, блин, делать пилоны. Когда Мазеркор прилетает, чтобы они готовы были. А Крендель прилетел, по факту, что ты их напилил здесь. Это может не зарешать. И в сверх наглых дарков выходит, смотрите, прям с мейна. Ну, и будет прям сюда, видимо, их варпать, я так понимаю. Другого у меня объяснения нет происходящему. Касс прям в наглую загружается и вперед полетел. Минка умудрилась закопаться. Главное, Мазеркор под минку не подставить. Сейчас Касс прилетит и одним дропом Кренделя убьет. Смотрите, тем более Рипер живой. Продолжает расстреливать пробок. Еще бы Касс его контролил бы. Одну пробку гранаткой взорвал. В это время врывается на мейн. Надо отменять сейчас этот Даркшайн просто Кассу и все. Так, сталкера до варп, минка там по центру прям закопала, здесь КСМ-ки ездит, спасается бегством. Даркшайн отменит, касс даже Крендель не успеет, дарка ни одного построить, я так понимаю. Так оно и есть. Вынужден Даркшайн отменить. Марики бьются против сталкера, пробками Крендель пытается справиться. Но благодаря поддержке демеджем со стороны сталкера, Крендель, да, касс, точнее, Крендель справляется даже. Но 12 пробок уже погибло, ребят, это 2-0 абсолютно очевидное. 21 пробка, еще и минка да, в спину им, да, так бомбанула. ГГ пишет Крендель, это легкая прогулка для касса. Оказалось, ребят... Ну что, пацаны, чё-то сегодня какой-то я вялый. Позвоню сейчас Даше, как там Маша в больнице. Даша сказала, что все нормально, вроде как. Вот. Завтра приходите в 7 утра, завтра ГСЛ, Стац против Рьянг, 70 утра, в 7, в 70 утра, в 70 утра, в 7 утра. Этот данный турнир я сейчас выложу, в общем-то, на YouTube, вот, смотрите. Ну и надо сегодня раньше лечь, часов 12, поэтому я сейчас же закруглюсь. Завтра будет долгий стрим, не пропустите, с утра ГСЛ, потом, соответственно... Первый StarCraft там будет, и потом Shoutcraft Kings, тоже крутой очень ивент, там крутые матчи очень. Всем пока, ребят, до завтра, благодарю за поддержку и за внимание. Точнее, наоборот, за внимание и за поддержку, наверное, правильно. Да, все, всем пока. До завтра.